Привет. 5 месяцев я не выкладывал видео по городу. Либо строительный кризис длиной 2 месяца, либо 3 раза потери города. Ну и наконец я здесь. А пока можно начинать. Город понес неких изменений в некоторых местах города. Это новые здания Харьковского района, новые здания в бизнес-центре, а именно офис местного нефтяного предприятия и офис местной сети супермаркетов, железнодорожный мост над Н1 и склад в индустриальном районе. На набережной и в парке были размещены кафе и магазины, которые приносят в казну города свою часть прибыли. За все это время Майнск расширяется, приезжает все больше жителей. Помогите заполнить город новыми жителями, поставив лайк и подписавшись на канал. Не прощаюсь. Why don't we do it now? I don't together like we can. Take us away.